познакомился с тобой по работе, когда мы встретились и начали обсуждать дело, я тебе одно, ты мне другое. Я тебе одно, ты мне другое. Я уже ору и кричу, ты спокойно мне другое. Мы со своими друзьями пришли домой, они говорят, что с ним будем делать? Он стоит на своем. Что будем делать? Я ему говорю, то есть своим друзьям, учиться будем. Какой он хладнокровный. Тут говорили про тебя, что ты мужчина. Я не буду говорить, а сегодня о семье много сказано. Я не буду говорить о жене. О ней тоже много сказано. Но среди нас мало бизнесменов, которые во время войны ездили в Чечню и работали. Один из них Денис. Раз 5-6 во время войны он ездил в Чечню. И тихо, молча, наверное, многие об этом и не знают, делал свое дело. И при этом не бросался большими словами. И мало кто решался с нами работать. Он просто тихо работал. У меня сегодня, Денис, так получилось, что дома проблем они остались. И у меня проблема. Вот тут врач сидит. Ты знаешь, почему я опоздал. Но, несмотря на эту глупую болезнь, я сделаю то, что я должен сделать. Я потому что единственное. Если бы я не был бы единственным, это сделали бы другие. Но радикулит этому не проблема. Я тебе гарантирую это. Это и есть мой тебе подарок.